Как ставить цели? Во-первых, вам нужно разобраться, на каком уровне финансовом вы сейчас находитесь. В своих постах в Instagram я писала о том, какие существуют уровни. Это финансовая безопасность, это финансовая стабильность, это финансовая независимость и финансовая свобода. Почитайте, пожалуйста, разберитесь подробно, где сейчас вы находитесь и о каких суммах в вашем случае идет речь. Там есть прям формулы прописанные, посчитайте. Например, безопасность – это когда у вас есть подушка, ваши расходы умноженные на 6. То есть, чтобы вы как минимум 6 месяцев могли прожить на те деньги, которые у вас скопились. Обязательно с этим вопросом разберитесь и поставьте себе первую цель – это достичь финансовой безопасности, если вы еще на ней не находитесь.